И Ольга Вячеславовна уже сказала, у нас есть награда ученого совета Академии нашей, мы уже об этом говорили, что зарплата развития науки и образования, вот такая медаль вручается Ивану Стафичу за тот великий труд на научной ниве, педагогической ниве, и Иван Стафич заносит книгу почета нашей Академии. Разрешите мне ее вручить вам. Удостоверение и денежная премия. С праздником вас! Я благодарен коллективу, я благодарен руководству Академии за то, что я могу трудиться здесь, и я приношу пользу, и дальше немножечко еще поработаю, наверное. Спасибо. 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 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело подготовки специалистов для агропромышленного комплекса региона, а также за высокие достижения в области научных исследований и в связи с юбилейным днем рождения решением ученого совета награждается медалью Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии профессор кафедры эксплуатации мобильных энергетических средств и сельскохозяйственных машин Жолобов Лев Алексеевич. Пока Лев Алексеевич поднимается, я тоже скажу слова искренней благодарности этому замечательному ученому за подготовку научных кадров, за подготовку студентов, за ту научную деятельность, которую он ведет на факультете, за факультетом в нашей стране. Спасибо вам за работу. Мы тоже вручаем такую награду, заносим Льва Алексеевича в книгу почета нашей Академии, вручаем денежную премию. Добросовестный труд, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, настойчивость достижения целей, благодарностью ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии и денежной премии награждаются старший диспетчер деканата факультета перерабатывающих технологий Баландина Оксана Николаевна. Награждается старший преподаватель кафедры физической культуры и спорт Беляев Владимир Константинович. Награждается аспирант кафедры частная зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерство Борисов Илья Алексеевич. Награждается доцент кафедры агрохимии и агроэкологии Ветчинников Александр Александрович. Награждается старший преподаватель кафедры анатомии, хирургии и внутренней незаразной болезни Горин Михаил Александрович.
Награждается старший лаборант кафедры химии Кулагина Наталья Анатольевна. Награждается доцент кафедры менеджмент Курочкина Наталья Васильевна. Награждается водитель-экспедитор Лаухтин Александр Васильевич. Награждается уборщица главного учебного корпуса Малафеева Елена Глебовна. Награждается доцент кафедры физика и прикладная математика Малыгина Наталья Николаевна. Награждается заведующий кафедрой лесоводства и лесозащиты Мариничев Евгений Александрович. Награждается старший диспетчер деканата ветеринарного факультета Миронова Наталья Леонидовна. Награждается заведующий лабораторией кафедры ботаника, физиологии и защиты растений Мухина Ольга Викторовна. Награждается ведущий специалист по охране труда и технике безопасности Петров Николай Андреевич. Награждается ведущий специалист учебно-методического управления заочного образования Смирнова Татьяна Владимировна.
награждается доцент кафедры механизации, животноводства и электрификации сельского хозяйства Филатов Дмитрий Алексеевич. Награждается исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономический анализ и информационные технологии Щиликов Андрей Алексеевич. Награждается заведующий лабораторией кафедры частная зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерства Яранцева Ольга Валерьевна. Президиум Нижегородской областной организации, Общероссийской общественной организации, Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации награждает Дмитрию Наталью Яковлевну, доцента кафедры кормления животных, за многолетний плодотворный труд в системе высшего образования и активную общественную работу в профсоюзной организации.